Дорогие друзья, сегодня символический день. Да и вся жизнь человека, тем более государства, создана, как мне кажется, из символов. Это великий символизм, который мы наблюдаем сегодня по всей стране. Здесь, в этой тысячной колонне, вместе со стариками, ветеранами, поколением послевоенных лет, наша молодежь. И это главный символ сегодняшнего дня. Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами. Он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны, ждите беду. Где бы вы ни были, в маленьком городке, в небольшой деревеньке, агрогородке, в областных центрах или в столице нашей Родины, проезжая мимо, не забывайте остановиться возле крохотного памятника, возле величественного обелиска, в деревне Борки и Вала Гомельской и Могилевской области, в легендарной Брестской крепости, здесь, в центре нашей столицы, не забывайте прийти со своими детишками и положить цветок на эти могилы, полевой цветок. И это нам воздастся в нашей жизни. Не должна зарасти народная тропа. Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит. Я желаю нашей родной Беларуси мира и процветания. А белорусскому народу, всем нам, здоровья, счастья и благополучия. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем независимости!